Уходи. Не бойся, она не укусит. Да-да, я знаю, мы похожи. Что? Как? А, ты об этом? Это фантом. Копия человека. Я создал его, чтобы говорить с тобой. Вы можете создать... Вы кто? Я. Все, что ты видишь вокруг. Все, к чему ты можешь прикоснуться, даже воздух, которым ты дышишь, я не знаю. Но зачем и почему я существую, но я существую. Такие, как вы называете меня? Зоной. Понимаю. Я не понимаю. Ты не уедешь отсюда. Почему? За что? Но если ты сделаешь то, что я скажу тебе сделать, тогда я отпущу тебя. Домой. Ты же хочешь домой? Да-да, я очень хочу. Что сделать? Я все сделаю. В лесу бункер, там пятеро, приведи их сюда. Как? А кто не скажет, что человек плохо? Ему? Его звали Андрей Сергеев, он был ученым, запомни. Когда ты приведешь их сюда, я отпущу тебя домой. Как я его найду, этот бункер, ты покажешь мне? Нет, этот фантом не может покинуть этот дом. Он не может покинуть контур, где он создан, но она проводит тебя. Она? Она живая? Можно сказать и так, я поддерживаю в ней жизнь. Накрой тело. Иди.